Здравствуйте, мои хорошие! На канале снова с вами Лина. Добро пожаловать на мою домашнюю кухню. Сегодня мы с вами приготовим быстрый торт. Я вам раньше показывала, мы делали с вами шоколадный торт. У меня остались коржи, вот такие вот. Нужно будет их сегодня израсходовать. Для этого нам понадобится коржи тонкие, очень тонкие, вафельные. Варенье у меня клубничное, абрикосовое. И вот такая, вот такие сливки для украшения. Уже готовые у меня были в холодильнике, поэтому решила сегодня вам показать быстрый торт за 5 минут. Только смазать и украсить. Давайте будем приступать. Ранее я вам показывала вот такие тонкие коржи. Тонюсенькие, видите? Значит так, что мы делаем? Я варенье беру на низ тарелочки, ложу для того, чтобы корж не ерзал на тарелке. Немножечко смазываем. Немножко будем делать по-другому. Смазали. Выложите, какое у вас есть варенье. Любое. Ложим на низ тарелочки, прижимаем. А смазывать мы будем коржи. Каждые два коржа. Не каждый корж, а каждые два. Вот два коржечка этих положили и смазываем вареньем. Много не надо налаживать. Чуть-чуть. Он очень нежный, вы видите, ломается сильно. Вот. И будем вот так вот нежно, тонко вот так вот смазывать. Вот такой шпатулькой специальной. Будем размазывать по коржу. И так будем смазывать корж. Каждые два коржа. Не каждый корж, а каждые два. Два положили, смазали. Два положили, смазывать. Смазываем. Ребята, смазали корж. Смотрите. Это стружка. Стружка именно с коржей. Они вафельные, не очень хорошо ломаются. Посыпаем стружкой. Это у меня еще осталась стружка из того еще торта, который мы делали, шоколадный. Я использую, не ломала. А вы можете поломать. Очень он хорошо ломается. Получается замечательный, быстрый. За 5 минут, ребята, за 5 минут вы можете сделать. Варенье любое можете брать. Как я вам уже сказала, у меня было абрикосовое и... Значит, абрикосовая и какое клубничное. Я сделала все, как всегда, под видео рецепт. Я все опишу. Ну вот, ребята, смотрите, смазали. Видите, какая красота получилась. Мне в нем нравится, что не нужно ждать пропитку. Вот, у меня здесь пошло, получается, здесь в упаковке 24 коржа. Я, значит, 10 осталось, значит, получается 14 пошло коржей. Вот. Ну, для того, вы можете не украшать. Так как у меня вот такой баллончик был со сливками, я его украшу. Вы можете вот так вот подавать на стол. Смотрите, ребята, я его украсила. Смотрите, какая красота получилась. Правда? Ну что, кто не может украсить, у кого нет, не надо украшивать. Он и так вкусный, замечательный. Так что готовьте, пишите мне в сообщениях. Всем буду рада сообщениям. Не забывайте ставить класс. Подписывайтесь, если вам нравится мой канал. Не забывайте ставить на колокольчик, чтобы получать мои новые рецепты. На канале с вами была Лина. Доброго вам дня, крепкого здоровья, весеннего настроения. Пока-пока!